В республике продолжают обсуждать итоги национального рейтинга губернаторов. Напомним, что временно исполняющий обязанности главы Чувашии Михаил Игнатьев укрепил свои позиции, поднявшись на 4 строчки с 25 на 21 место. Я воспринимаю эту новость как оценку развития Чувашской республики в последние годы. Понятно, что эти рейтинги носят ежемесячный характер, но здесь важна тенденция, и то, что эта тенденция повышательная, то, что Михаил Васильевич Игнатьев уверенно движется вверх, и в этом и во многих других рейтингах говорит о том, что республика заметна на общероссийском фоне. По многим показателям она выделяется в лучшую сторону, обгоняет среднероссийские темпы развития, задает, если хотите, планку и показывает пример того, как можно развиваться поступательно, интенсивно, не завися от каких-то внешних источников и делая ставку на собственные силы, на квалифицированных, подготовленных специалистов, на интеллектуальный потенциал республики, на создание всех условий для того, чтобы в республику приходили новые инвестиции. И в этом смысле мне это решение представляется заслуженным. Оно мне представляется оправданным. Оно подтверждает, что в республике сложилась мощная, дееспособная, эффективная команда. Я считаю, что это очень важная оценка, поскольку в общественной палате и другие разные органы ведут очень серьезные наблюдения, в том числе и за деятельностью руководителей органов исполнительной власти регионов. И то, что Михаилу Васильевичу удалось поднять свой рейтинг сейчас, когда идут и санкции против России, и экономическое положение кое-где, скажем, как бы требует к себе внимания, это очень хороший показатель. Я считаю, что это, наверное, связано с тем, что Михаил Васильевич открыт в общении с гражданами региона, ведет очень системную работу и разъясняет ситуацию, какая она есть. Это, конечно же, уровень и доверие, в первую очередь, граждан региона к нему. А сегодня это важный показатель, когда есть взаимопонимание между властью и обществом, можно решить. Я вот по линии полагаю, могу засвидетельствовать, что межнациональные отношения, межрелигиозные отношения на очень хорошем уровне реализуются в Чувашской республике. И вот этот уровень, он тут только повышается, и это очень здорово.